Районный центр дополнительного образования детей организует выставку детских работ. Главной темой на этот раз стал год театра в России. Но большей популярностью у ребятни пользовались дополнительные темы. Это юбилей известных писателей Александра Пушкина, Ивана Крылова, Павла Бажова. А самой популярной стала иллюстрация к сказке о золотой рыбке. Конечно, Александр Сергеевич Пушкин, который знаком с малого-малого детства. Мы на выставке с вами наблюдаем большое количество золотой рыбки, выполненной в разных техниках. И тестопластика, и живопись, и аппликация. Аппликация из бумаги, аппликация из фетра. И также новая техника – это джутовая филигрань. Рыбка и в этой технике выполнена. Одну из золотых рыбок вместе со своей мамой выполнил второклассник Илья Татарцев. В ход пошли стразы, ткань, бумага, синтепон. В выставке мальчик участвует впервые. Я ее проверял. Нормально все или нет? Ну и чуть-чуть маме помогал тоже ставить куда цветочки, или бумагу, или море, и всякое другое. Полина Криворотько принимает участие второй год. Сделала аппликацию из ткани и меха к басне Крылова «Ворона и лисица». Эту работу я сделала, потому что в этом году Ивану Андреевичу Крылову исполняется 250 лет. И к его юбилею я сделала эту работу, потому что мне нравится ее мораль. В этой басне она очень интересная. На открытие выставки пришли ученики Чернеченской школы, многие со своими родителями. С цепью было очень сложно и с усами тоже. Листья тоже было делать сложно. Нужно было сделать так, чтобы они не смазывались в одну зеленую кучу. И нужно было аккуратно все ножичком прорезать, чтобы было реалистичней. Это идея из моего детства больше. Такие панно пластилиновые мы в свое время еще делали в школе, как бы. У нас практиковалось очень широко. Здесь царь Кощей на златом чахнет, русалка на ветвях сидит. Ученики Ургунской школы на одной композиции собрали всех персонажей знаменитого выступления к Руслану и Людмиле и даже самого автора расположили рядом с ученым котом. Одному ребенку с таким количеством персонажей справиться сложно, поэтому есть групповые работы, и смотрятся они потрясающе. Пушкинскую сказку о попе и работнике его балде проиллюстрировали ребята из творческого объединения «Радужка» Ленёвской третьей школы. Всего на выставке представлено 200 работ из более чем 20 образовательных учреждений района. Жюри их все оценит по 12 номинациям и определит призовые места. А родители с детьми изучают и даже фотографируют увиденные работы. Все это ляжет в основу новых идей, которые будут удивлять и радовать зрителей в следующем году.